Всем привет-привет! Сегодня вам хочу показать свои диффенбахи, красавицы. Данные диффенбахи я черенковала весной, укореняла их в стаканчике с водой. И таким образом они выдали хорошие корешки, и потом я уже их пересадила в землю в одноразовые стаканчики. Посмотрите, то есть пенечек видно, да? И от него пошла боковая веточка. Здесь вот тоже скоро пробьется. Посмотрите, какие листья у них хорошие пошли, плотные. В пятнышку все. Листики очень хорошие, целые. Корешочки тоже видать. Вот здесь немножко грунт, получается, мох, зелень пошел, что ли. Это от вот этой вот жары так среагировала. Это ничего страшного. При пересадке в хороший грунт это все пройдет, потому что стаканчики прозрачные были. Так, вот он. Сейчас другой покажу. Здесь тоже, смотрите, боковушка пошла хорошенькая. Листиков уже 4 вылезло. И также вот маленькая почечка, которая, я думаю, в скором времени тоже проснется. Корешочки все видать. Корешки хорошие. Я уж переворачивать не буду, боюсь, земля высыпется. Но еще и полив нужно было отрегулировать, чтобы корешки хорошие стали. Так, и вот третью у меня. Третью, интересно, так, сам пенечек вот стоит наверху. Сейчас я покажу. Вот здесь вот лезет почечка. Я думаю, пробьется. На пенечке самом есть. А этот вылез вот сбоку вообще. С краешку выдал. Ну, красивые прям. Видно, молоденькие, свеженькие. Диффенбахия вырастают очень большими. Это декоративно-лиственные растения. Такие цветы лучше держать, конечно же, где-то в офисных помещениях, либо у кого большие емкие квартиры, дома. То есть все-таки это напольное растение в будущем будет. Если его красиво формировать, то оно может быть и пышненьким тоже. Ну, если уже, конечно, когда оно взрослое, старое становится, тогда да, только один метод начеренковать и оставить себе молоденькие, красивенькие черешочки. Вот такие вот у меня диффенбахи. Пишите комментарии, кто как укореняет их, кто как выращивает, у кого какие они большие, маленькие, каких сортов вы знаете диффенбахи. Данный сорт я, к сожалению, не знаю. Это классическая какая-то диффенбахи, стандартная. Но она очень красивая. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии. Всегда рада буду ответить на ваши вопросы. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.